Благословение — это не мысль. Благословение — это не эмоция. Благословение — это порция энергии. Благословение — это не что-то хорошее или плохое. Благословение — как бензин в бензобаке. Недавно одна участница подошла ко мне во время освящения Рудракши и спросила, что такое благословение? Что вы думаете по этому поводу? Допустим, кто-то говорит, всего вам наилучшего. Это не благословение. Это просто пожелание. Пожелание — это просто надежда, которая ничем не подкреплена. Пожелание хорошего себе или другим — это просто приятная мысль. Что касается благословения, это не мысль и не эмоция. Это порция энергии. Если вы сделали себя достаточно подвижными, если вы не закостенели, если вы свободны и подвижны, то сможете отдать часть своей энергии. Если вы закостенели, то сделать это будет невозможно, потому что ваша энергия отвердела. Благословение — это не что-то хорошее или плохое. Благословение — это то, что ускоряет вас. Это как газ. Как дать больше газу, когда вы за рулем? Я не об этом. Я имею в виду бензин. С бензином в баке вы можете ехать. Если вы решите толкать свою машину, представляете, как долго займет путь до дома. Очень долго, не так ли? Но стоит залить в бак бензин, и вы быстро приедете, не так ли? Расстояние не будет иметь значения. Таким образом, благословение подобно бензину. Это не пожелание, это не мысль, это не эмоция. Это не хорошо и не плохо. Это бензин. Чтобы машина ехала. Возможно, вы из тех, кто предпочитает сидеть в припаркованной машине. Из-за того, что на дороге можно попасть в аварию. Машина, которая едет, может быть опасной, не так ли? Припаркованная машина намного безопаснее. Да или нет? Большинство людей выбирают жизнь в припаркованной машине. Утро, конечно, превратится в день, конечно, превратится в вечер, а вечер, конечно, превратится в ночь. После осени будет зима, после зимы весна, а после весны будет лето, и потом снова осень. Из-за смены декораций может сложиться впечатление, что вы куда-то движетесь. Это довольно интересно. Но если вы слегка сумасшедшие, и готовы рискнуть своей жизнью, чтобы куда-то добраться, то вы заводите двигатель. Вам понадобится машина, которая движется, не так ли?
Припаркованная машина совершенно безопасна. Это может быть очень хорошая жизнь. Никаких проблем. Просто вы никуда не движетесь, вот и все. У вас нет намерения куда-то поехать. Если вам нужно просто безопасное место для жизни, то припаркованная машина как раз подходит, не так ли? Но вот вам захотелось поехать куда-нибудь. На дорогах пьяные водители. Но вы все равно хотите ехать. Для этого нужен бензин. Благословение — это бензин. Это порция энергии, а не пожелания. Я видел все, что только может увидеть человек. Когда вы преодолеваете определенные ограничения и переходите в новые области жизни, появляются определенные силы, которые попытаются вас остановить. И тогда начинается моя работа. Если я для вас развлечение, то вас ждет разочарование. Если вы используете меня как возможность, вы благословлены. Благословение — это не что-то хорошее или плохое. Особенно, когда вы получаете его от меня. Это приходит столькими способами, которые вы даже не можете себе представить. Если вы действительно отдали себя хотя бы на мгновение, я проведу вас до конца. В этом нет сомнения.